Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем проходить игру Brutal Street 2. Ну что, поехали. Так, и у нас с вами новая миссия. И мы к ней приступаем. А, подождите секундочку, сейчас мы кое-что глянем здесь. Так, давайте-ка мы причесочку вот эту поставим. И куртяжку. Так, здесь у нас ничего нету. И здесь пусто. В принципе, все нормально, можно продолжать бой. Погнали. Хоп-хоп. Отлично. Так, опять здесь у нас куряки. Ну что, займемся ими? Ну-ка, давай. Что ты делаешь-то, брату? Опа-на. Ага, толстый брат-дракон к нам прибыл. Ха-ха, ну давай разберемся с тобой, салага. А ну-ка, получи. Вот так вот, шикарно. Ну, я думаю, тебе понравилось. Так, давай, стрелок. Бомбанем отлично, чтоб все было. Замечательно. Так, а ну-ка, вот это что у нас за удар? Ага. Повышается защита. Это хорошо. Так, погоди-ка, погоди-ка. Так, вот этого только мне не хватало. Дойдем. Что он делает? Давай-ка вот этого бомбани мне, он здесь мешается только. Эй, хорош мою девочку тут добежать. Подбил. И шикарно, да что ты прицепился к ней, а? Вот не дает покоя, а? Так, давай-ка подъем этих помойся. И глянем, что у нас тут есть. Отлично, супер дробовик, это то, что надо. Давай теперь бомбить этого чучелу. Еще так как-то не особо разбирается он. Жирный гад, посмотрите. Так, сматываемся. Сматываемся. Куда, 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 куда он там собрался? Эй, потише, потише, братик. Вот и другой разговор. Что у нас здесь будет? Ничего, к сожалению. Так, тебе тут накатился удар. Вот так его бортанем. Мы подкинемся еще маленько. Ну я... О, я думаю, что он не живет. Ты посмотри, что тут. Оу, оу, тихо, тихо, отходи, 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 братуха, отходи. Ага, давай-ка займемся этими сосунками. Это хот-дог. Блин, ну хот-дог-то кто взял-то? Не тот, кто его. Ну, ну на. Давай, 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 бомбим этого жиртряса. Я еще в него пальну сейчас. Вот так. Да гаси ты то с ножом, а то задоклебал уже сзади. Давай. Опа-на, 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 вот это уже плохо. Это очень плохо, ребят. Нельзя подставляться под его удар. А вот теперь можно. Давайте его добьем, как я готов уже. Достал он здесь. Всех причем. Ну, кого ты там стреляешь? Ну что же, ребята, вот мы и прошли с вами этого жиртряза. Так, с рангом S. Даже великолепно. Так, ну сейчас мы с вами, наверное, новые скиллы подучим. Сейчас глянем. Ох ты, бейсболку получили и новую шапочку для нашего убийцы. Ну что, давайте глянем теперь. Ну-ка. Одеваем. И здесь тоже одеваем. Так, и новые... Так, скиллы. Нет, скиллов у нас пока нету, только лишь, по ходу дела, таланты. Ну, давайте тогда вот этот изучим. 200 баксов, что ли, надо? Или... А, нет, он изучен у нас. Нет. Черт подери, ну давай здесь тогда. Вот так вот. Окей. У этого-то что у нас здесь? Давай-ка вот здесь вот мы тоже. Че, не хватает, что ли, не пойму я. Подожди, вот так же надо, елки-палки, все время забываю. Так, сюда. Нет, не хватает. Ладно, тогда вот так мы и оставим.
Ну что, ребята, наверное, у нас будет очередной бой. Больше у нас здесь ничего нету все равно. И мы поехали. Ну, файт надо нажать. Так, Brutal Street 2. Шикандос. Опачки. Что тут у нас? Опять сосунки. Давайте клумбы побьем. Вдруг там что? Как раз дробовичок для нас. Он нам пригодится. Как хитрый. Да что тут до меня тут попался, а? Общий подхил. Делаем защитную стойку. И удар. Нормально. Блин, ты смотри, что творит, а? Стреляет по девочке по моей. А ну-ка, получи. Готовченко. Ну и что? Ага, еще очередные. Ну давайте ими и разберемся. Так, надо сделать вот эту удачу, я думаю. Вот так вот оно будет лучше, отцепись от нее. Черт подери, придется общий подсул делать. Так оно будет лучше. Да что? Я вас всех разорвала. Ух ты, а это что такое? Ну-ка давайте-ка. Подним. Замечательно, только я так и не получил. Мы подобрали. Думаю, вещь нужная. Готов. Так, дробовик. Дробовик мы тоже, кстати, поднимем. А лишним он никогда не будет. И здесь кастет. Я же кассеты поднял, почему не функционируют, а? Что за бред? Ну-ка, куртяшку. Давайте с этим подумаем. Так, погоди, почему у меня у девочки очень мало хп? Вот так-то оно будет лучше. Ну что вы там вдвоем не можете справиться с этими синяками, блин? Давай, хиляй. Бомбим. Бомбим по черному, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой. Так дело не пойдет. Да что ты будешь делать? Не, вдвоем на нее напали. Так, обойдем. Все равно болит, да? Так. Ладно, я думаю, нам это поможет. Один готов. Так, это нет, кто не видно, что бьет, те, кто не бьет, пойму. Ну, прошли уровень, ребята. И, естественно, переходим на следующий. Да, ранг, конечно, плоховатый. Но ничего не поделаешь. И мы получаем с вами заточку какую-то. И эволюционированный материал. Так, на статус. Перчатки. Нажми. Заточить. Ага. Ну давай нажму. Опа-на. Так, и это у нас что такое? Эволюция. Ну давай нажмем. И чем же у нас перчатки. А, ребят, смотрите, получилась звездочка у нас. И, извините меня, HP уже 10 стало. И AP 16. Ну что же, неплохо, я считаю. Так, здесь у нас что такое? А? Интересно, а я могу каждую вещь так сделать? Ну-ка, давайте, например, пистолеты мы с вами. Как эволюционировать-то? Я не понял нифига. А, вот здесь вот. Подождите секунду. Ну, притом. Да что ты... Давай сюда. А, все, понял, ребята, как делать надо. Надо перенести ствол вот сюда. Потом нажимаем на заточку. Вот так. И принять. 28 баксов мы на это потратим. Но зато будет плюс 20. Ну-ка. Level up. Отлично. Ну, а эволюционировать мы его не можем, потому что у нас нету специальных штук. Ну что же. Я думаю, пора двигаться нам вперед. И разбираться с этими сосунками. Так, давайте-ка вот так. Не хватает. Ладно, хрен с ним. Все, ребятушки, давайте
пойдем на выход. У нас тут как раз очередной бой поджидает. Сейчас будем здесь разбираться. Хоп-хоп! Готовченко. Ладно, кто у нас здесь? Опять у нас какой-то китайский квартал. Так, мы с вами разнесем эти клумбы. Не нужны. Давайте заберем боксурки, которые там лежат. Отлично. И вот этот подбей клумбу. Ух ты, дробовичок, вот это хорошо. Это нам пригодится. Ну, давайте этих сосудов сосим. Что на них любоваться? Эх, мощно сейчас. Отлично все произошло. Вот я в ярости, я берсерк. Давай жарить. Так, новая цель. Ой, новые враги. Так, хилит другие цели. Понятно. То бишь это хилерша. Понятно, значит ее надо ликвидировать. Чем мы, в принципе, сейчас с вами займемся. Вот так вот, нормуль. Прописали. Так, можно еще потонуть. Шикандос. Так, ну-ка, подними-ка броник. Ну че, кто, где? Есть желающие еще получить парочку сладких люлей? Я вижу, что есть. Так что давайте вот так вот. Тихо. Ты куда? Куда это собрался, браток? Вот так вот. Посмертно. Готовченко. Так, вот хилерша. Блин, жалко, я не могу хилершу валить своей хилерши. А было бы плохо довольно-таки. Давай-давай, бомби ее по-черному. Да что ты так сопли-то жуешь? Давай бомбани хорошенько. Ё-моё, не то. Вот так, удар слева. Кстати, ребят, смотрите, я смотрю, там выпал микрофон. Это, наверное, для моей хилерши подойдет, да? Ну, проверим. Опа, действительно. И она у меня стала петь. И что это дает? Честно говоря, не особо понимаю, но апхил очень крутой, очень крутой. А, понял, ребят, смотрите, она повышает атаку и повышает стрельбу. Короче, крит, наверное, вот это все. Жаль, конечно, что очень быстро кончилось. Но, тем не менее, мы успели. Успели повоевать довольно неплохо. Так, ну, давай ее бомбить, уже нечего с ней так щукаться. Готовченко. Давай-ка вот сюда перейдем. Подгоним его. Вот так. Даже не думай, там подхил твой не поможет. Мы будем тебя бомбить потихоньку. Она старается, но ничего, к сожалению, у нее не получается. Таблетки какие-то выбрасывает из руки. Ну что ж, ребята, прошли мы еще один уровень, это хорошо. И продолжаем с вами играть в Brutal Street 2. Так, опачки, это одежда для моей девочки. И я, естественно, ей сейчас все это приодену. Опа, на! Так, $91 это очень мало. Жаль, конечно. Слушайте, а если я... А, у меня нет заточек, ребята. Нет, к сожалению, у меня вещей, которыми я могу затачивать. Ладушки. У нас зато... А это что такое? А, ну вот это и есть заточка. Ладно, давайте тогда пойдем дальше продолжать нашу драку. Так, гоу-гоу-гоу. И вперед. Ну, сразу же начинаем клумбы сносить, пока никого здесь нету. Как говорится, под шумок. Ну-ка, боксер, давай-ка. Вот так вот. Всем покажи, почем фунт лиха. Так, а вот эта вот девочка нам тут нафиг не нужна. Будет она мне тут еще хитить, а? Ну-ну-ну-ну-ну, так, отойди, красотка. Отойди оттуда, сейчас он будет жарить. Жарит он потому, по моему стрелку. Этому не бывать. Шикандос. Ну что, пойдем разберемся, наверное, с этим хуленышем. Так, деньги надо подобрать, пока не исчезает. Хотя, наверное, не исчезает, черт его знает. Так, давай хилкай этого, вот это паренька-то мне. Подойдем. Ну что, пока все вроде бы на мази. Сразу в лобище бомбанем. Отлично. Ну-ну-ну-ну, кто кого? Отлично. Мой Леон победил. Давайте-ка еще бомбанем эту красоточку. Так, а этот с ножом лезет ко мне. А, сматывайся, роднуля.
Так, нет, ну так дело не пойдет. Давай-ка накумарим хорошенечко. Вот так, выиграй разговор. Содовую возьму от греха подальше. И продолжаем жарить их. Никаких шансов. Че, все что ли, прошли уровень? Нет, какой там, это только, видимо, начало. Так, куда он, а? В девочку мы сжарим. Ну-ка, общий подхил. Накрыли. Да стрелять ты будешь вот... О, кастеты. Возьми ты кастеты, отлично. Понеслась, родная. Хе-хе, ну что? Нравится? Сумки. А вы что хотели? Думали, что все будет так легко и просто? Ага. Шиш вам. Так, ну что, давай вот этого атакуем. Точнее, эту девчонку. Подхил. Отлично. Ну, давай, боксер, какой там у тебя удар накопился? Давай вот этого бомбанем. Так, добиваем. Ну, и эту девочку тоже. И, по ходу дела, все, уровень пройден. Замечательно. Довольно неплохо идем. Ранг С, надеюсь. Да-да-да, то, что нужно. Ну что ж, хорошо. И мы получаем униформу. Неужели это для стрелка? И кейс. Хо-хоу, первый наш кейс за всю игру. Откройте кейс. Ну? Так. Ага. За кристаллы, значит. Опачки. Мы получаем с вами ствол, бейсболку и заточку. Ладно, давайте-ка мы сейчас с вами посмотрим по статусу. Где моя девочка? Бейсболочку надеваем. Шик и блеск. Ствол сюда. Что у нас тут еще есть? Ага, костюмчик. Вот так. Слушайте, а что я могу сделать вот с этой бейсболкой? Интересно. Если я эту нажму на заточку. Воткну себе вот так. Ага, HP плюс 52, да? Ага. Шикарно. Что я могу еще сказать, ребят? Ну, и я думаю, что еще 55 в плюсе. Слушайте, может быть, нам лучше? Нет. Сделаем немножечко по-другому. У нас главный-то боевик вот этот. Значит, мы ему затачивать и будем. Так, HP плюс 11 и атака плюс 17. Давай затачивай. Великолепно. И теперь у нас остался еще вот этот гангстер. Стол. Сколько дает прибавки? Плюс 22 к атаке, да? Я надеюсь, я правильно все это понимаю? Ну-ка. Че, всего одну, что ли, прибавили? Ладно. Фиг, как говорится, с вами. А что такое? Почему сердечко вниз? Я что-то не пойму. Так, изучать не могу пока еще скиллы до сих пор. Непонятно, по какой причине. Но денежка вроде бы есть. Я могу... Что я могу? Я могу активировать, наверное, что-то. Так, здесь нифига, здесь нифига. 200 баксов нужно, ё-моё. У меня нет таких денег. Здесь тоже. Так, а сюда хватит. 1300! Офигеть, 1800, 1800. Да откуда у вас такие расценки, а? Ребята. Ну это не серьезно. Фиг с ними. Погнали с вами на очередной бой. Разбираться здесь по-жесткому. Так. Какой-то склад, я так понимаю. Нифига у меня Леончик. В такой одежонке. Ты крутарь, просто крутарь, ничего не скажешь. Давай его сносить. А здесь мы возьмем, наверное, ствол. И будем вот этого гасить. У-ху. Ох, как жарко, а? Деревянно. Смотри, что происходит здесь, а? Это
проглядел наш бомбит, ну иди, оп, машина мимо, отлично. У меня тут какой-то есть, опа, видели, новый вид стрельбы. Давай-ка вот этого гаденыша загасим. Почти, почти, ребята, но еще маловато. Давай жарить. А мы с вами пока соберем по-кински. Ну-ка, что здесь у нас? Так, отходим, отходим. Замечательно, успели. Теперь надо хилиться. Давай, девочка, малорик. Возьмем здесь, наверное, энергетик. Черт, ты заколебал уже там гулять из петушка. Так, давай энергетик берем. И вот эту бочку с тобой забомбим, глянем, что в ней. А в ней ничего хорошего нету, к сожалению. Неплохо. Ча! И защиту. Ну, попробуй пробить. Сюда, олух. Шикандос. Ничего другого не скажешь. Да, вот эти хилиши мне доставляют неудобства, если честно. Но все равно им это не помогает. О, микрофон как раз для меня. Давайте-ка заберем. Давай, вот так вот. Теперь мы тут будем на коне. Давай, хиль по-черному. А я тут бомбану со сумка. Так, броник, давай-ка подним. Так, куда ты тут вышла? Хилить она собралась. Прописываем, естественно, прописываем. Вот так вот мы делаем даже. Опа! И еще бомбанем. А, самое то, что надо. Так, ну что, добиваем, наверное, я так понимаю, это последний у нас сосунок здесь. И все, и уровень будет пройден, да, ребята? И уровень у нас пройден. Просто шикарно. Ну, ничего новенького у меня. А нет, ребята, новая кепка у нас для стрелка и маленький чемоданчик. Хе-хе, давайте вскрывать. За 300, обалдеть, за 300 кристаллов, вот этот черный суперкейс. Да. Подожди-ка. За 3, ну хрен с ним, давай потратим. Хотя не будем, 10 минут я подожду. Фиг с ним. Кристаллы еще, я думаю, нам пригодятся. Ну что же, ребята, а на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр, и мы увидимся с вами в следующей серии. А на этом все. Всем пока и до новых видосиков, ребят.